Ребята, всем привет! С вами Аня. И в этом видео мы будем распаковывать с вами вот эти вот карточки и еще плюс карты сокровищ. Но перед этим обязательно подпишитесь на мой канал, поставьте лайк этому видео и пишите комментарии. Так, ну а мы начинаем с вами распаковочку. А прежде чем распаковывать, я бы хотела вам показать, каких персонажей у меня до сих пор нет. И, возможно, они мне сегодня попадутся. Так, я надеюсь, все хорошо видно. То есть, короче, те, которые серые, у меня их нет. Я не буду показывать каждого. Вот, все, там уже тот сезон пошел. То есть, как-то так. Я очень надеюсь, что они мне попадутся именно сегодня, потому что акция уже скоро подходит к концу, а еще многих персонажей у меня нет, и будет очень обидно, если я их не соберу, и будет очень грустно. Так, ну мы начинаем распаковку. Так, Крайт. Кажется, это новый персонаж. Проверим. Так, следующее. Улерих у меня есть. Опа. Карточка сокровищ. И сейчас сразу же я ее и просканирую, чтобы вы увидели, что мне там попалось. Так, ого, их тут две. Я просто первый раз распаковываю карты сокровищ, их тут две. Серьезно? Ладно. Так, редкая карта сокровищ. Значит, включаем скан. Мне тут неудобно. Так, значит, открываем. Интересно. Так, и следующую карточку. Это уже у нас эпическая карта. Денежки, значки вот этих вот фракций. Оружие эпическое. Так, хорошо, пока неплохо. Так, поехали дальше. Так, следующая карта. Ой, все рассыпались. Сейчас, секунду. Тира. А я думала, это Вигдис. У меня ее, к сожалению, до сих пор нету. Тира – это повторка. Так, Нова. Это у меня тоже есть. Она для меня не новая карта. Следующая. Эти обычные карты я сканировать не буду. Я буду сканировать только карты сокровищ. Так, геликоптер у меня уже есть. Ну, хоть одну новую. Фрея. Это легендарка, валькирия. Класс. Но не Вигдис в любом случае, которой у меня нет. Следующая. Ульрих. Боже мой, сколько можно. Крайт. Ну, мне сегодня он уже попадался. Тоже повторка, к сожалению. Из самураев у меня тоже там, по-моему, двоих нету, если я не ошибаюсь. Ага, это карта сокровищ. Короче, походу их везде по две. Так, две эпические карты сокровищ. Значит, сканируем первую. Так, открываем. Так, денежки и значки фракций. Супер. И сканируем следующую. Уже открываем. Колечко, денежки и значки фракций. Ох, попрокачивали своих всех героев. Класс. О, еще одна карта сокровищ, вернее. Они прям так запаяны жестко. Так, тут мне попалась редкая и эпическая. Давайте начнем с редкой. Она не хочет сканироваться, серьезно. Класс. То есть она поломанная. Вау. Так, это просканировалось. Ну, стой, я потом разберусь. Так, денежки и значки
фракций. Так, стоп, а что с этой картой? Тут как бы смещен QR-код. Ну, как видите, полный провал. Может, у кого-нибудь она просканируется, но у меня не сканируется. Вот. На видео вы это видели. Я отложу ее в сторону. Просто очень странно. Так, продолжаем дальше нашу распаковку. Вигдис, наконец-то! У меня есть уже все валькирии. Так, продолжаем дальше. Ронин. Ну, сегодня уже попадался. Еще один Ронин. Куча Ронинов, пожалуйста. Так. Фрея сегодня мне попадалась. Супер. Так. Еще один Ронин. Класс. Прокачаю, короче, Ронина полностью, походу. О, еще одна Вигдис. Ну, хоть что-то радует. Еще один Ронин. Да ладно, вот как сюрприз. Так. И это еще один Ронин. Боже, сколько сегодня Ронинов? 6 уже мне попалось. Карта сокровищ, легендарная карта сокровищ и эпическая. Ой, все бумажки посыпались. Так, давайте просканируем, наверное, сначала эпическую. Колечко, денежки и очки акции. И легендарную. Мятая какая-то. Легендарная. Легендарные зелье лесных трав и денежки и очки фракций. А, много очков фракций. Класс. Так, хорошо, продолжаем. Тут еще пару карт осталось. Так, Вигдис. Я хотела Вигдис, вот я и получила Вигдис. Очень много Вигдис за сегодня. И Вигдис. Так, ну, вот такая вот была распаковочка, но, честно говоря, я немножко в шоке за вот эту вот карту, QR-код, который смещен. Ну, ладно, это будем считать это просто как брак. Ну, ребятки, вот сегодня у нас вот такая вот стопочка карт получилась. Так что, ребятки, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии, всем пока!